Доброго времени суток. В дополнение к уже изложенному видео о поливе в грибном помещении, хотелось бы рассказать об автоматизации этого процесса в вашей грибарне или в моей грибарне. Вот для автоматизации процесса полива я использую вот такой вот прибор. Он продается в отделах садового инвентаря и предназначен для автоматизации полива. Ну, в первую очередь он рассчитан для газонов, но с помощью такого прибора можно организовывать полив в ваших грибных помещениях. Значит, особо не буду останавливаться на способах его настройки и всего остального. К нему прилагается инструкция. Главное, что расскажу или покажу вам вот эту идею, как автоматизировать полив. Эта идея, она приходит само собой, если вы выращиваете грибы, уже набегались с поливалкой или набегались открывать и закрывать кран. Потом еще вы заметили, что есть такое понятие, как человеческий фактор. Когда вы забыли закрыть этот кран и у вас и куда-то уехали, и у вас полдня просто идет дождь в грибном помещении, вот, то вы со временем поймете, что лучше потратить немножко денег, купить вот такой вот прибор. Кстати, он не такой дешевый, но он того стоит. Значит, все делается очень просто. Есть специальные краны для монтажа вот этого прибора. Все предельно просто. Есть инструкция, там рассказано. Работает он, что радует. Он работает не от электричества, а работает от кроны, которая вставляется вот сюда. И то есть он будет работать в автономном режиме, независимо от того, есть электричество или нет. Ну, скажем так, если нет электричества, то автономное водоснабжение, которое тоже так и работает от электричества, естественно, что полива не произойдет, но, ну, скажем так, что этот прибор можно поставить в любом месте. И не обязательно будет монтировать туда автоместо, подводить электричество, розетки и все остальное. То есть момент подключения 220 вольт исключен, и это радует. Этой кроны, если купить такую подороже, ее хватает приблизительно на где-то на полгода, на 9 месяцев он полноценно работает, потому что не требует особых энергозатрат. Значит, как работает прибор? В спящем положении он работает на замыкание. То есть в спящем состоянии, когда батарейка, скажем, не работает, когда энергия не подается, клапан перекрыт. Когда подается, значит, электричество, когда нужно сработать, начать полив, размыкается клапан и открывается ток воды для того, чтобы шел полив. Теперь здесь на вот этой панели есть всего два таких вот джойстика, несколько кнопочек. В инструкции вы прочитаете, как его настраивать, но я вам сейчас покажу главный режим, в котором программируется работа этого прибора в грибном помещении. Итак, здесь мы берем, устанавливаем вот таким вот образом 6 или 8 часов, а чаще всего 8 часов, а на другом джойстике мы устанавливаем всего-навсего одну минутку. Вот и все, что нам необходимо будет для полива в грибном помещении. То есть в грибном помещении мы полив будем организовывать таким вот образом, что у нас каждых 8 часов всего на одну минутку будет включаться наш форсуночный полив. Этого будет ровно достаточно для того, чтобы производить увлажнение пола и стен. Эта вода потом, испаряясь, будет создавать необходимую влажность в самом помещении, и больше никаких особенных приспособлений нам для этого не нужно. Все остальные приборы там относительно влагообразования, туманообразования и все остальное, они очень дорогостоящие, они часто выходят из строя, скажем так, что они ненадежны, и, скажем, лично я не буду сторонником того, что их не нужно ставить. Если вам позволяют средства и вы можете поставить какие-то более такие хитрые туманообразователи, то вы можете это делать. Но такой форсуночный полив — это
то, что называется обязательно программа или программа минимум, которая должна быть как в грибарне. В любом случае, если даже эти ваши хитрые и дорогие приборы выйдут из строя, то форсуночный полив и вот такой вот клапан никогда вас не подведут, и всегда в любом случае вы сможете сделать необходимую влажность, при том исключая человеческий фактор. Не нужно ничего приходить включать, не нужно ничего выключать, оно само будет себе увлажнять помещение. Смотрите связанное видео вместе с этим о форсуночном поливе в грибном помещении. И всего самого вам наилучшего. Не забудьте подписаться на канал и следите за новыми публикациями, новыми изысканиями в области грибоводства. С вами был Макс Селлер. Всего вам самого наилучшего.